Рецепт, как приготовить французскую заправку для салата, подсмотрел у одного знакомого шеф-повара. С ее помощью можно разнообразить повседневный рацион и сделать вкуснейшие блюда для себя и своих гостей. Набор продуктов доступный и недорогой, а сам процесс не занимает более 20 минут. Такую заправку можно подать к легкому овощному салату, сытному мясному или деликатному рыбному. Можно сделать заправку впрок и доставать ее при необходимости, но рекомендую все-таки готовить ее непосредственно перед употреблением. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. В сотейник или небольшую миску кладу столовую ложку горчицы, можно французскую или американскую, но не русскую. Вливаю оливковое масло холодного отжима, можно использовать немного больше, в зависимости от порции салата. Добавляю черный молотый перец и соль, тщательно перемешиваю все ингредиенты. Вливаю мед, использую майский, но можно и другой, лучше предварительно его растопить. Вкусняшки, подписавшимся. Веточку зеленого базилика мою и нарезаю мелко, добавляю его к заправке и тщательно перемешиваю. Заправляю полученным соусом овощной салат на основе помидора и огурцов и подаю к столу. Вкусняшки, подписавшимся. Обещанный список ингредиентов. Горчица 1 столовая ложка, оливковое масло 50 мл, черный молотый перец 1 щепотка, соль 1 щепотка, мед 1 чайная ложка, базилик 2 грамма, количество порций 2. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Друзья, жду вас снова.